Всем привет! С вами Надежда на канале «Мой путь надежды». Сегодня я хочу в этом видео поделиться с вами своим опытом здесь, в Ирландии, как я связалась, так сказать, с мошенниками. Я эту тему уже несколько раз где-то затрагивала в своих шортсах, видео, но сейчас я хочу более подробно рассказать и на некоторых моментах остановиться. Так вот. На меня в WhatsApp или в Телеграме чаще всего выходили, ну короче, давайте так, вышел человек, вот, в основном это на английском языке, вышел, обращается по имени, вот, что ищете ли работу, как-то так, предлагая мне работу. Вообще, это в принципе все начало происходить тогда, когда я действительно начала себе искать онлайн заработок. Поэтому я не знаю, как так получилось, где они меня находят. Я, в принципе, спрашиваю, где вы взяли мои контакты. Ну, в каких-то группах, где-то в каких-то... Мы с этого сайта нашли вас в базе данных и такое. Я сильно не проверяла, вот, мне просто так задавала вопрос. Но первый момент... Почему я вот утверждаю, что это мошенники? Первый звоночек вообще, первый плюс в пользу мошенничества, что человек сам на тебя выходит. Обычно, когда мы ищем работу, мы реагируем на вакансию, где-то есть вакансия, где-то, да, она висит, вот, и мы ищем, мы приходим как инициатор, да. Тут такой первый момент, когда к вам обращаются где-то в соцсетях, там где-то вы искали работу, чаще всего это, ну, то есть держать под подозрением, я бы так сказала. Вот. Но я такая, да, хорошо, так как я открыта, я считаю, это хорошее такое качество, быть открытым ко всему, ну, хорошо, посмотрите, покажите, что там, все, давайте пообщаемся, вот. И затягивается разговор. Иногда бывает такое, что мне начинают задавать много вопросов. Меня очень сильно это раздражает. Ну, просто до такой степени, что я не выдерживаю, им отписываюсь. Ну, то есть, здравствуйте, вы ищете работу? Да. Замечательно. Можно я вам предложу предложение? Да, предложите. Это предложение там... полная занятость или частично вас интересует? Частично. Могу ли я вам предложить? Я уже отписалась. Зачем ты меня спрашиваешь? Но я понимаю тоже такой психологический момент. Они этими вопросами постоянно тебя, типа, твое внимание, поговорить, что-то спрашивают. Я этот момент понимаю, но он меня так раздражает. Это больше такая ирландская или европейская вот натура. Вот. Ну, короче... Я уже постоянно пишу, не задавайте мне вопросы, просто расскажите мне про работу. Потому что у меня с третьего вопроса я уже начинаю... Это мое время, мое внимание, я что-то делаю, они пишут, уже хочется что-то прочитать, они тебе вопросом. Я все время пишу, не задавайте мне вопрос, я здесь, чтобы услышать про работу. Все, выкладывайте. Вечно вот пишу, короче... Кого-то сразу доходит и мне сразу скидывает. Кто-то еще 30 вопросов могут написать, я вам говорю. Но такое. Вот вышли. И, короче, бывает еще на другого работника. Я вас свяжу еще там с человеком от этого департамента. Там, такое. То есть какая-то легенда красивая. Чем занимается наша компания? Они там все объясняют. Это чаще всего, то есть у них должна быть какая-то легенда, то есть чем мы занимаемся, тра-та-та, тра-та-та. И скидывают, значит, тебе работа. Что это такое? Скинули мне сайт, вот всякие разы, кроме одного раза, скидывают мне сайт, где я регистрируюсь, и если прокрутить сайт к самому низу, обычно написано, когда сайт создан. Вот, и первый раз на меня вышли в 2023 году, и сайт был создан 2023 года. Это плюсик к мошенничеству номер два. Если вы ищете солидную компанию, то как минимум сайту должно быть несколько лет, да,
или где-то они должны быть еще в Фейсбуке, в LinkedIn, где угодно, то есть проверять, искать, а где вы есть, где вы есть еще, где вы есть в соцсетях, то есть если вы действительно задумываетесь уже инвестировать куда-то деньги или что-то, контракты какие-то подписать, свои данные отправлять, нужно вот это все дело проверять. Если сайт тут только сейчас создан, это плюсик еще один в сторону того, что это мошенническая структура. Хорошо, я увидела, я посмотрела сайт, слабенько сделанный, окей, хорошо, я понимаю, что это мошенники, но идем дальше. Вот, значит, ваша задача, там первый раз мне обратились, я должна была ставить звезды, рейтинг фильмам. Второй раз мне предложили какая-то оптимизация каких-то там чего-то там товаров. И мне вылазили эти товары, и типа я даже не смотрела на них, я просто оптимизировать и тра-та-та. Ну, типа там что-то делает. Это все ерунда ерундой, но типа делаешь. Иногда у меня один такой заказ, вот такой долгий, я с ними где-то около часа. Ну, не сидела вот так все время, а так вот что-то поделала, что-то зависло, они там что-то решают, я себе свое делаю. И, короче, вот так где-то час мы там переписывались с ней. И доходило до того, что, значит, я сделала задание, давайте теперь оплатить. Первый раз я сначала такая думаю, у меня есть банковская карточка, скидывайте мне. Не-не-не, банковская карточка не подходит. Я такая, вот еще один типа плюсик, что не серьезная компания, если тебе на карту не могут скинуть. Ну ладно, есть это еще такое под вопросом, потому что сейчас многие есть такие компании, которые вывод только на криптокошелек. Я с этим знакома, поэтому окей, такой спорный вопрос, ну ладно. Я скидываю им свой криптокошелек, вот в USDT, и они мне типа начисляют, вот самый первый раз мне начислили $21, второй раз мне предложили, ну я типа проделала там свою работу, я ее проделала на $89. И я до последнего не верила, что мне их скинут, и мне их скинули. Вот. За третий раз я уже напишу, расскажу попозже, что это она чуть-чуть отличалась, работа. А четвертый раз, когда на меня вышли еще мошенничество, я заработала $69. Все практически то же самое. Легенда, другое название компании, другое, всякое такое. Так вот. Первый раз, когда вот они выслали, значит, они тебе потом, значит, ну что, вам понравилось? Ну, допустим, понравилось. Я же не знаю точно, я же не уверена, мошенник или нет. Поэтому думаю, может, классная работа, то есть посмотрим. Я же ищу себе доход, ищу. Но я исследую. Вот. Хорошо, давайте дальше тогда работать. И типа в первом варианте мне скинула на контракт. Контракт стоил 50 евро. То есть 20 я типа заработала. Вот, 50 я должна ей скинуть. Я такая, нет. И пошел у нас диалог. Пошел диалог. Чего, тра-та-та, объяснить. И я, когда еще их не знала, я объясняю, что я сейчас вам 50 скину. Да, 20 они мне скинули, ну 30 я свои денег потеряю, а они исчезнут. Нет, мы не исчезнем. Говорю, где вы в соцсетях? Где вы? Она мне высылает на Facebook, по-моему, на что-то. Я смотрю, там разные домены, в общем, разные эти. Я говорю, это не ваш сайт. Ну такое, короче, никаких толких объяснений, просто что мы же вам выслали, вот это их не главный аргумент. Мы же вам выслали, вы увидели, что мы шлем деньги, отправляем, все нормально, типа. А меня это не устраивает. Вот. И в итоге, что я до последнего, я высылать ничего не буду. Если у вас есть предложение, ну, работа, пожалуйста. Я могу, говорю, вот вам надо $50, давайте мне работу, я вам сделаю на $50. И вы их заберете. Ну, то есть бесплатно будет. Нет. Еще один плюсик в сторону мошенничества. Ну, нормальная компания, которая вам дает работу, где вот видано, я, может, чего-то не все знаю, но где видано, чтобы брали деньги с людей. Мы приходим заработать, нам дают деньги, да. Даже за обучение нам дают деньги. Я не знаю такое, что я должна где-то платить за свою работу денег. И даже тот вариант, что я говорю, давайте я вам наработаю, поработаю, лишнее свое время потрачу,
на 50 этих, и вы их заберете, тоже не проходит. Это сразу мне говорит о том, что это мошенники. Вот. И вот мы распрощались с ними. Я говорю, что я не вышлю. Все. И я осталась с этими 20 долларами. Я думала, что это разовый момент. Потом мне второй раз вышли. Вот. И все то же самое, в принципе. Но только я уже уменьшаю свое время на вот эти общения. Потому что это все-таки мое время, а я ценю свое время. Поэтому я уже сразу, я ничего не буду слать, я уже меньше общаюсь. Третий раз на меня интересное вышло. Это более мне логичная, более логичная для меня работа. То есть, значит, нужно было подписываться на инстаграм-каналы. На меня... Объясню, в Инстаграме уже на меня выходили, мне в сообщениях, вот у вас Инстаграм, давайте мы вас раскрутим. То есть вам будут сейчас подписываться массово, и, а вы нам заплатите. То есть, в принципе, я логически понимаю, то есть я им плачу там, например, 100 баксов, они берут эти 100 баксов, находят таких других, люди все подписываются, они им где-то там что-то платят, ну, как-то логическая схема, как по мне. Вот, и поэтому, когда мне вот сказали подписываться на инстаграм-каналы, я говорю, ну давайте попробуем. Но там было условие, значит, одна такая моя подписка стоит типа 5 долларов. Надо до 30, то есть 30 уже я могу выводить. Я думаю, ну это слишком, конечно, жирно, слишком дорого. Ну хорошо, ладно. Я создала канал другой в инстаграме, чтобы не мой личный, да, какой-то просто рабочий, вот, и оттуда давай подписывалась, что мне там, они высылают, там у них есть группа, они меня добавили в ту группу, я подписалась на вот эти там несколько каналов, вот, они мне выслали 30 долларов. И потом у них там правило, что, значит, выходят задания, и некоторые задания, типа, как бизнес-задачи. Если вы не делаете эти бизнес-задачи, то вот эти подписки уменьшаются до единицы. Я такая, ну хорошо. Вот. И пошло, значит, на протяжении дня я ставила себе таймеры, чтобы, они пишут, следующая задача будет в 12 часов, например. Я себе в таймере поставила 12. 12 часов в группу выходит, значит, канал, куда нужно подписаться. И люди, которые тоже, типа, зарабатывают. Там было прилично, 180 человек. И мы все подписывались и скриншотами показываем, что я подписался. Вот. И как бы 5 долларов ты типа заработала. Потом пошло. Бизнес-задача выходит. И бизнес-задача проинвестировать свои деньги. Я такая, нет, типа, я не буду инвестировать. Опа, раз, теперь за мою подписку уже меньше. Думаю, хорошо, пускай будет. И так вот оно опускалось до доллара. И я думаю, оставлю. Я оценила, сколько у меня уходит времени. То есть в дне с 9 утра до 9 вечера выходят вот эти вот сигналы. Я ставлю таймер, мне это пару секунд. Когда приходит сигнал, мне подписаться на канал, это тоже пару секунд. Скриншот отправить пару секунд. То есть пусть 2 минуты ты тратишь. На протяжении дня где-то выходит порядка 15 вот этих вот нормальных задач, где ты можешь по еврику заработать, по доллару, да? И то, даже если ты по минуте, по 2 тратишь, ну, то есть это, грубо говоря, 15, там, 20, ну, пускай 30 минут в день ты тратишь, и у тебя 15 долларов. 15 долларов в Ирландии. Это час работы. То есть, если я иду на клининг, куда-то я отрабатываю. Ну, я грубо говорю, слушайте, 2 минуты не уходят, пускай, ну, пускай минута. Это... Да и минута не выходит. Зачем я так много говорю? Короче, давайте так, 15 минут у меня уходит в день. Вот 15 минут на вот эти все задачи. И 15 долларов, получается, я приблизительно имею на этих задачах. Ну, как по мне, нормально, думаю, отлично, не буду я в этих бизнес-задачах участвовать, просто буду вот так вот. И получается, в следующий раз мне там тоже 30 я заработала, она мне выводит, мне кидает на кошелек 30, приходит следующий день.
И все время она мне эти про бизнес-задачи. Вы можете в бизнес-задачи, а я все время думаю. В принципе, логически, в общем, схема логически, вот мне понятно, я думаю. Но там еще есть люди, и мне было интересно, насколько мне хотелось с ними связаться, или это все подставные. В принципе, я могла бы, типа, вот, работать все время. Вот, я знаю, что люди ищут подписки, то есть это нормальное, объяснимое моему разуму это. Я такая думаю, а там, чтобы минимально, вот в бизнес-задаче, надо было 80 проинвестировать. Какая там идет структура? 80 ты минимум инвестируешь, через минут 15-20 они тебе возвращаются с прибытком, ну, например, 100. Я такая себе думаю, ну, я сейчас еще чуть-чуть подзаработаю и потом проинвестирую эти же деньги. Вот, чтобы не мои личные, эти же мошеннические деньги проинвестирую, такое все. Я хотела все-таки попробовать. Вот, приходит следующий день, и я опять делать, а она мне говорит, без бизнес-задачи, то есть у нас требования 2 только дня заработок. Следующий день вы либо делаете бизнес-задачу, либо уходите. Для меня это сразу плюсик в сторону мошенничества, когда с тебя именно вымогают, то есть тебя обязывают. Ты должна, иначе оно не это. Тогда это тоже не похоже на нормальную работу. Вот, и я сразу типа, что нет, я не буду инвестировать. Вот, и получается, что на меня выходит женщина. Ну, как-то не так было. Я еще день думала, потом я решила, что на меня выходит еще вот эти четвертый мошенник, я зарабатываю на нем 69 долларов, и теперь думаю, все, я проинвестирую сейчас в этот. Я реально решила проинвестировать, вот, 80, минималку. И тут параллельно, получается, на меня выходит в Телеграме женщина с этой же конторы, чтобы со мной пообщаться на русском языке, то есть она украинка. И я параллельно пишу этой же тетке, администратору, что я хочу продолжать работу. И вот мы общаемся с ней, я с ней переписываюсь, что она проинвестировала такие. Она сразу в бизнес-задачу вложила 200 долларов. А там, она говорит, фишка такая, что надо еще раз проинвестировать. Ну, то есть, типа там первая часть, которую мы видим, ты инвестируешь вот это, но там есть и вторая часть, ты должна еще что-то проинвестировать. Я говорю, ну хорошо, давай ждем, чтобы тебе вернули. Она говорит, а вторую часть она не инвестирует, потому что она 200 проинвестировала. И мы, получается, параллельно ждем, чтобы ей вернули деньги, а я жду, чтобы мне отписались. И тут меня удаляют. Я просто открываю, и у меня ничего нет. Ни этой женщины-администратора, ни этой группы. Просто раз и удалили. И я пишу, что... Скорее всего, да, это все мошенники, и то, что она проинвестировала, то есть я себе думаю, что они вот они ждут, пока вот эти все ребята какую-то сумму, например, они ставят там себе, вот мошенническая какая-то структура, ставят, например, давайте заработаем 100 тысяч долларов, вот, и им все начинают слать, пока они не достигают этой суммы, и потом они просто исчезают, сворачиваются и все, вот, я себе так думаю. Короче, в итоге у меня на Binance оказалось больше 200 долларов, там 220, что-то там такое. И я уже задумалась, что надо с ними что-то делать, раз так периодически на меня выходят. Вот, решила про это записать видео. Не знала, что делать с теми деньгами, но у меня есть человек, который мне может их конвертировать в валюту, там в гривну, например, но... Я подумала, в общем, я 100 долларов уже вложила в биткоин, купила просто там же в Binance. Буду дальше думать, что с этими деньгами делать, и жду следующие предложения вот, от таких структур. Я просто удивлена, очень удивлена, что это имеет место быть вот здесь, в Ирландии, потому что в Украине так деньги тебе не шлют. На тебя могут выходить, тебе могут предлагать, но ты сначала инвестируй, сначала им заплати, а потом ты что-то заработаешь. А тут тебе еще и шлют деньги. Просто настолько удивлена, что 200 долларов вот так вот. Вот так вот. Просто поэтому я вот захотела про это написать.
Я, конечно, дальше продолжаю искать нормальный какой-то доход, стабильный. Вот объясняю вам, что своими деньгами я не советую никому даже доллара слать. Я даже эти заработанные, я их тоже ценю, потому что, ну, любой доход, он же тебе не зря приходит в жизни, и поэтому раскидываться тоже не нужно. Но как минимум, если уже и рисковать, то вот, да, чем-то таким, вот. Если у вас, вы что-то интересное такое находите или нашли в заработке онлайн, напишите, мне интересно. В Европе, за рубежом. Мне просто интересно не гривни, да, а вот какая-то валюта интересная, либо крипто. Я даже подумала, что начну, наверное, разбираться в крипто инвестициях. У меня есть места, мне не шлите мне обучение все эти. У меня есть место, где я буду обучаться крипте. Но я еще пока, это маленькая еще сумма, чтобы об этом думать. Я себе так думала, там может... Там, когда уже 1000 какая-то будет, ну такое, ну если это будет, конечно. Ну вот, спасибо вам, что вы досмотрели, дослушали этот мой длинный рассказ. Не попадайтесь на мошенников, не тратьте, не отправляйте свои деньги. Если на вас выходят с работой, вот предлагают, почему бы нет, соглашайтесь. Видать, видите, здесь можно еще какую-то копеечку подзаработать. Всегда имейте какой-то криптокошелек активный ваш. Кстати, мне мой сын сказал, что есть такие схемы, где ты, вот тебе выслали 10 долларов на криптокошелек, потом ты им обратно шлешь, и они тебе очищают кошелек. То есть какая-то такая схема есть, не знаю. Я еще про это думаю, но еще интересный момент. Последняя, когда на меня вышла, четвертая девочка. И я решила поменять тактику разговора, когда уже она такая, вышлите мне, я такая, о, я должна выслать, вот такая хорошая работа, пишу, нету денег. И она тогда продолжала со мной разговаривать, не поверите, она мне, значит, а что вы сейчас делаете? Я там, ну, что-то там. Я говорю, пишу там, иду за детьми, например. Она, а сколько у вас деток? Я там пишу 5. Ой, это, наверное, так много, много забот. Короче, так психологически вот эти вот маневры. Вам точно нужна эта работа, чтобы вы могли себе еду купить. Тра-та-та, тра-та-та. В общем, такая это. Но когда она уже и на следующий день, она мне написала, я, ну, уже, это же не моя подружка, чтобы со мной разговаривать. Я такая себе думаю, слушайте, мошенник меня без проблем банит, возьму, я ее забаню. Я ее взяла, просто заблокировала. Не в моих это принципах, вот, но... А она мне утром написала, что ты уже пообедала, или что, днем, ты уже пообедала? Думаю, что это вообще за общение такое? Ты уже пообедала? Короче, взяла, заблокировала, вот. Это мой был четвертый этот. Ждем дальше, когда еще насобираю еще несколько каких-то новых этих, запишу еще одно видео. Так что, если вы хотите мне предложить, подзаработать, предлагайте. Умора. Не, это, конечно, не хороший заработок, но мошенники, надо их тоже чуть-чуть проучивать. Вот. И цените ваши ресурсы, не отправляйте просто так. Думайте, может, вам мои советы тоже как-то помогут, подскажут, как отличить мошенников от нормальных это. Все, спасибо вам, что досмотрели мое видео до конца. Пишите комментарии. Всем пока!